И всем привет, ребята, вы на канале Гивер. Сегодня у нас Stumble Guys. В последнее время что-то футбола нету, но у меня нет идей, поэтому кидайте мне их в комментарии, у кого есть идеи. Как вы поняли, по названию видео мы будем проходить Bangladesh Endless. Мне тут, кстати, остается последний, прям чуть-чуть остается. Давайте не будем затягивать, сразу начнем. Так, начнем. Так, подбор у нас. Что-то долгий подбор, конечно. Ну, кстати, вот такой вот скинчик у меня есть. Скелетик. Здесь один этап. Нужно остаться один выживший. Должен остаться. Кто не знает, кто не играет в Stumble Guys. Короче, карта. Паркур, можно сказать. Изи. Здесь... Кстати, лагает как-то, немножко подлагивает. На, блин, не попал, не попал, ну ладно. Кстати, я знаю... Да боже, что тут лагает? Я знаю, как можно проходить через блоки. Но не всегда у меня это получается. Я пытаюсь учиться этому. Ой. Иногда я отскакиваю так. Странно. У меня есть эмоции, кстати, которые нужно вязать. Которые можно играть. И легко получить достаточно каждую неделю. То есть ты можешь получить, если не ошибаюсь, по одной эмоции. А если у тебя и пас, то тогда ты каждый день, наверное, можешь получить. Так, юзаем эмоцию. Да блин, меня чуть столкнули. А, меня через блок просто пролез. Бывает. Ой, я случайно, ну ладно. Чтоб не дернуться, если что. Опа, можно пройти. Ё-моё. Да, я застрял немножко в стенке, и мне банан пытается скинуть. Так, быстро юзаем. Хорошо, живой. Фух, все нормально. Живем. Так, вот. 13-я волна уже. Кстати, много слишком человек, кто живы для 13-й волны-то. Ой. Я случайно вообще ничего не делал. Даже не нажимал на жвок. О боже мой. Да ну, ну нет. Сейчас попробуем выжить. Да, я выжил. Хорошо. Меня спасли шорцы, по сути. О, я думал, я упаду и все, я умер. Да ну, какой дурак просто юзает подкаты. Рамос просто какой-то. О боже, ну что ты меня словить хотел? Словить меня хотел. Он не получит. Да. Ё-моё. Нет, все, я умер. Видео можно заканчивать. Я бы мог выжить, но меня подкатами задолбали. Давайте вторую попыточку. Хоть уже 3 минуты. Я что, думал, поменьше будет. Хотя нет, я думаю, наоборот, то, что больше будет. И там 2-3 катки. 1-2 катки даже, я думал, будет. А может быть даже вполне 3. Без монтажа абсолютно видео будет, потому что мне лень. Ну и не только. Ну, начинаем второй раунд. Ну как раунд? Вторую катку. Так, что у нас тут? Вроде никого нету из прошлой катки. Странно. Хотя нет, не странно. Актив в последнее время очень поднялся в этой игры. Stumble Guys очень интересная игра, но это не реклама, к сожалению. Мне за нее никто не платит, потому что я никто. Бездарь. Просто. Так, меня там уже тоже опять же залбали с этими подкатами, со своими вот этими лотами эмоций особыми. Ну вот, ну бесит меня эти подкаты уже. Сейчас их лопаткой буду бить. Я ни по кому не попал. Ну, вот такой вот из меня снайпер. У меня еще пинг 100. Стабильно. В Stumble Guys все стабильно. А, меня спасло. Что? Блин, да что так лагает? Реально очень лагает. У меня вообще обычно очень редко лаги бывают. Но сейчас прям очень много лагов. Пинг под 90. Живем пока что. Ну, пока что легко все. В принципе, 10-я волна только, я думаю, чуть побольше будет. Вот сейчас пойдут шипы.
вроде бы после на 12 на 13 волны. Пойдут шипы, шипы придут к нам по нашу душу. Вот они. Взаим эмоции, просто легко проходим. Это, кстати, лайфхак. Боже, не люблю эту лесенку. Да ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Ну нет, ну боже, ну тупорылый, извините меня, конечно. Ну реально тупые люди. Просто меня убивают. Ну реально, это глупо. Они меня просто на меня встали и все. Я ничего не делала. Это последняя, наверное, карточка. Да, последняя, потому что видео уже 5 минут идет. Обычно у меня видео по 5 секунд. Это если считать черный экран. Так. Что-то долго. Обычно побыстрее как-то все. Давай, да, все. Endless, конечно. Там 100% Endless. Почему один этап, я не понимаю, зачем делали. Но просто вначале очень неудобно будет. Лучше бы сделали, как обычно, 3 раунда. Чел хотел умереть. Но у него это не получилось. Ты что, я не нажимала на рывок. О, сейчас пинг 50, нормально. О, кайф. Когда не лагает, вообще кайфово. 6 человек уже выбыло? Как? Сейчас, мне кажется, 8... вылетит. Ну, суммарно. Паркурчик. Паркурим жестко. Кстати, фишка, смотрите. Ой. Ну, идет в жопу это. Вы должны, то есть, прыгнуть, и когда вы начнете падать, вы должны нажать рывок вот так. Сейчас пока попробую показать. Блин, у меня не получается знать. Я пытаюсь этому научиться. Я совладал. Почти. Ну, почти получается. О, господи, еще и лагать начал. Так, мы так вот делаем. И спокойно не проходим, потому что меня опять же убивают. Я это вырежу нахер. Хотя нет, видео же без монтажа. Ну и мне лень как-то. Поэтому... Брах. Боже мой, боже мой. Первая катка самая удачная была. Там 20 волн, да? 25. Плюс вон было. А здесь просто 10-15. Меня убивают, просто меня жмут. Потому что я про. Ладно, шучу. Я ботяра. Никому не нужен. Вот, смотрите. Ну я прошел через стенку, просто чуть-чуть. О боже, что это? Идеальный пин. Хочу себе такой. Всех лопаток. Ну конечно, я снайпер, помните. Да ну почти мне. У меня не всегда на это получается. Я пытаюсь учиться. Я новичок. Играю всего месяц. Stumble Guys. Yeah. Кто хочет со мной играть, вы знаете мой ник. Можете кидать меня в друзья, потому что мне скучно. И, кстати, кто хочет сниматься видео со мной, помогать мне там в разных играх, тот может заходить в мой новый Telegram. Там розыгрыш, кстати. Так как 12 ноября, день рождения моему каналу, целый год уже будет. Ну и все, в принципе. Ну там я буду съемки. Съемки. Проводить. Ну, когда там будет человек 15, можно будет съемки. Что? Там блок. Там блок двигался. Меня опять зажало. Как Вильма Автона. В Бонни. Ой, в Спрингтрапе. Ой. Да, короче, в костюме зажал его. И все. И не стало больше. Вильма Автона. 14 волна уже. О, пошли эти шипы. Мои не сильно любимые. Не нравятся мне эти шипы. Но они не сложные. Ой, вот это я ненавижу. Потому что ты... Например, на первый не попал, все, ты умер. То есть там права на ошибку нет. Ну, и для этого существуют эмоции. Сюда просто. Я думаю, я сейчас об стенку долбанусь. Все, иди. 20-я волна снова. О боже, опять змейка. Боже мой.
Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно. Нет, это... Я дальше змейки не прохожу, потому что чаще всего просто умираю там. Ну, на этом, наверное, все. 10 минут уже снимаю, все. Пора уже откисать в лобби. Давайте, всем удачи, всем пока. Видео насчет футбольных видео. Я не знаю, когда они будут, просто у меня нет идей. Пишите в комментариях. Всем удачи, всем пока.